Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 22 апреля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Лазурное небо при чистом воздухе, хорошей погоде. Сороки летают высоко над строениями до самых поздних сумерек, к предстоящему сухому дню. Осина обильно цветет, и на ней много листовых почек. К урожаю ячменя. А какая же погода ждет нас завтра, 22 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Верхняя Анисимова Великоустюгского района Вологодской области за окном плюс 10 градусов. Солнышку быть! Только оно будет робко выглядывать из-за дождевых тучек. В деревне Анисимовка Александровского района Владимирской области столбик уличного термометра становится на отметке плюс 13 градусов. Без осадков не обойдется. Готовьтесь к дождю вместе с грозой. В деревне Анисово-Городище Кировского района Калужской области плюс 14 градусов. День окажется малооблачным и дождливым. Также возможна гроза. В поселке Анисовский Энгельского района Саратовской области воздух прогреется до 16 градусов. У сельчан все по-старому. Целый день дождь. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!